Всем добро! С вами я, Стив Про, и сегодня вы узнаете, что будет, если следить за торговцем целых 3 дня в Майнкрафте 1.10. Как вам уже известно, в версии 1.10 нам был добавлен странствующий торговец, который с некоторым шансом может появиться, ребята, в нашем мире. Если он появится, то он останется в нашем мире где-то примерно на 2 дня, после чего, ребята, он просто пропадет. Ну а самое главное, что заметить тот момент, когда он пропадает, просто невозможно, поскольку торговец, ребята, пропадает в тот момент, когда мы сами не обращаем на него никакого внимания. То есть, допустим, у нас появился торговец, ребята, вы его в свой домик, ушли потом в шахту, возвращались на следующий день, ребята, а торговца уже нет, потому что, ребята, вы не обращали на него внимания, и он просто пропал. То есть, по сути, в нашем мире, как говорит Майнкрафт, ребята, точнее, как говорят разработчики, он может находиться максимум 2 дня, после чего, ребята, он просто пропадает. Ну а сегодня мы с вами посмотрим, что произойдет, если мы с вами целых 3 дня будем просто тупо, ребята, смотреть на этого торговца. Я, ребята, хочу посмотреть тот самый момент, когда он, ребята, начнет пропадать. Или же все-таки, ребята, он поймет, что мы за ним наблюдаем, и пропадать он не будет. Если это, ребята, произойдет, то это будет довольно крутой эксперимент. Ну и, ребята, самое главное, что заспавнить его в режиме креатива я не могу, поскольку если я это сделаю, ребята, пропадать он не будет, то есть все свои фишки он, к сожалению, теряет. Поэтому мне, ребята, придется просто брать режим креатива, ребята, и в режиме креатива искать по миру, ребята, этого торговца. То есть я просто сейчас создам новый мир, ребята, буду летать по деревне, потом где-то остановлюсь, ребята, и буду ждать, пока у меня не появится торговец. Ребята, как он только появится, я сразу возобновлю запись видео. Поэтому, ребята, мы с вами увидимся уже через секунду. Ну что, ребята, спустя 30 довольно долгих минут у нас наконец-то появился торговец. Блин, это было, ребята, очень долго. И, наверное, прошло около 3 игровых дней. Да, ребята, реально где-то так. И вот у нас наконец-то появился наш торговец, ребята. Поэтому сейчас начинается наш эксперимент. Так, мы с вами открываем этот чат и прописываем вот эту команду. Забираем барьер, ребята. И мы с вами сегодня нашего торговца, ребята, собственно говоря, заставим барьерами, чтобы мы с вами его хорошо видели, ребята, и чтобы он никуда от нас не мог сбежать. Поэтому мы с вами, ребята, проставляем вот так барьеры. Куда ты пошла, лама? Я тебя не понимаю. Не надо, никуда не убегай, пожалуйста. Все, вас, ребята, я... Не вас, ребята, а именно, собственно говоря, торговца я вот так заставляю этими барьерами. Так, лама, зайди, пожалуйста. Блин, торговец, куда ты ушел? Я тебя не понимаю. Ты что, чувствуешь, что мы сейчас тебя хотим загнать в барьеры? Нет, не надо, друг. Не надо, никуда не уходи. Все, молодец. Все, здесь и стой так. Все, ребята, аккуратно. Аккуратно, чтобы он не сбежал. Вроде все, ребята, все получилось. Лишние барьеры можно уже убрать. И, ребята, сейчас начинается наш эксперимент. И мне реально интересно, что произойдет, если в течение 3 дней, ребята, мы с вами будем наблюдать за торговцем. Мне кажется, что он, скорее всего, не исчезнет, ребята, а просто будет 3 дня находиться в нашем мире. Но если он все-таки исчезнет, то есть пропадет, это будет довольно эпично. Так, на всякий случай еще здесь, ребята, поставим барьеры, чтобы уж наверняка они никуда наши, собственно говоря, торговцы, точнее, торговцы и лам, ребята, не сбежали. Ну все, вроде бы это все готово. Я думаю, что теперь я стану ПК и буду просто наблюдать вот так, ребята, за торговцем. Будем смотреть, что произойдет, если мы с вами целых 3 дня будем наблюдать за нашим торговцем. Ну что, ребята, давайте начнем наш эксперимент. Yeah.
Thank you.
Thank you.
Ну что ж, ребята, вот и прошло целых 3 дня в Майнкрафте, и знаете, ребята, с нашим торговцем ничего не произошло. За эти 3 дня, ребята, сюда подходили зомби, бегали кошки, ребята, бегали жители, но торговец, ребята, как здесь был, так он и остался. Как понимаете, ребята, если за торговцем наблюдать все время, то никуда, ребята, он не пропадет. Но если мы сами сейчас куда-нибудь убежим на минут 20, то когда мы сами, ребята, вернемся, его уже, конечно, не будет. Но сейчас, ребята, он будет, потому что мы сами как бы за ним до сих пор наблюдаем. То есть здесь, ребята, происходит такая небольшая интересная схема в Майнкрафте. Если за торговцем не наблюдать, ребята, то он пропадет. Но если, ребята, наблюдать за ним, наблюдать, то он, ребята, никогда не пропадет. Это довольно интересный эксперимент. И если, ребята, он вам понравился, то обязательно поставьте лосося. И, кстати, ребята, на снятие этого видео у меня ушло ровно, ребята, ушел ровно 1 час. Это довольно много, ребята, но я думаю, что это того стоило. Ну, у вас, ребята, видео, наверное, идет минут 20, потому что это видео, ребята, я ускорил примерно в 2, может, даже в 3 раза. Ну и что ж, ребята, давайте мы с вами же наконец-то выпустим нашего торговца, и пусть он бежит по своим делам. Кстати, ребята, как понял, за все эти 3 ночи у нас пропали все жители, потому что, ребята, они превратились в зомби. Давайте посмотрим, мне даже стало просто интересно. Так, здесь, ребята, жителей нету. Здесь у нас тоже пусто. Заметьте, ребята, что все двери почему-то открыты. То есть, ребята, реально, у нас просто не осталось жителей в деревне. Зато, ребята, у нас есть торговец. Здесь вообще просто нету полдома. Хотя, ребята, это, наверное, нормально. И здесь, ребята, у нас зомби-житель, утопленник, и больше пока я никого не вижу. Тут, ребята, вся деревня просто вымерла за все эти 3 ночи. Ну, правильно, ребята, да, здесь бегали зомби, которые как раз хотели еще пристать к нашему торговцу. Мне их пришлось убить. Но, ребята, слава богу, с торговцем все нормально. И, кстати... Кстати, ребята, он уже пропал. Вот, ребята, что происходит. Мы с вами просто отвлеклись, ребята, и торговец уже пропал. Вот, ребята, как это все работает в Майнкрафте. Ну что, ребятки, на этом все. Всем пока-пока.